В зимний период сотрудники ГИМС усиливают профилактическую работу с населением. Особое внимание уделяют детям. В пятницу спасатели провели открытый урок для школьников. О чем предупреждали ребят, узнал наш корреспондент. Так смело выйти на лед могут только спасатели, и то в страховке. Обычным же гражданам это делать категорически не рекомендуется при сегодняшних погодных условиях. Вот что может произойти, если выйти на еще не окрепший лед. Провалиться одна беда. Неокрепший лед очень коварен. На вопрос «почему?» у спасателей есть ряд аргументов. Самое коварное свойство льда – это то, что остается течение. Вот здесь, под Волгой, продолжает течь река подо льдом Волга со своей скоростью 1-2 метра в секунду. И когда человек проваливается на одну секунду с головой, его течение от места провала сразу относит. И он как в глухом задраенном танке уже не может спастись, вылезти обратно не может. Детям следить за происходящим было интересно и поучительно. Для школьников такой мастер-класс превратился в прикладной урок. Инспектор ГИМС Олег Пиунов привел несколько случаев из своей практики о том, как шалости детей на неокрепшем льду, опасные игры вблизи водоема в холодный период имели трагический финал. И, к сожалению, мальчик погулял вдоль берега по плотному льду хорошему. И подумал, что такой же лед и дальше идет от берега. Пошел туда и там провалился. Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда от 7 до 10 сантиметров. Но это самостоятельно определить на глаз невозможно, тем более ребенку. Поэтому на лед лучше вовсе не выходить, чтобы не рисковать своей жизнью и жизнью тех людей, которые кинутся вас спасать.